Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко провел встречу с депутатами Палаты представителей от Гродненской области и членами Гродненского облисполкома. Тема – роль депутата Палаты представителей в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Гродненщины. Во встрече принимали участие руководство области, члены облисполкома и депутаты области. Игорь Сергеенко подчеркнул, что сейчас идет подготовка к открытию второй сессии, которая состоится 17 сентября. Ведется работа над 16 законопроектами. Это вопросы и социальной защиты, образования, вопросы правовой сферы, экономики, самые различные направления. Представители Гродненской области принимают активное участие, работая в комиссиях, которые представляют фактически все направления.